Растягивайте свои силы. Представьте, что вы прям там стоите контент, и вы должны сделать трюк. Приземлившись ногами на доске, доска параллельно полу. Все понятно? Поехал тогда. Попытка фронтлипа с двумя барспинами. Вот что значит экстремальный демонтаж в 2017 году. Обычными сальто вперед или назад уже никого не удивить. Уже туда впихиваются трюки и даже не видим в целом количестве. Фронтлип в ОПП — это уже так достаточно для наших профессиональных райдеров. Один из которых в скором времени, я так понимаю, станет и Грибков Аркадий. Все, давай, поехал. Бэкслип, я думаю, если бы это был фан-бокс, и выпустил его на стол, и убьет. Вполне неплохое исполнение трюков паровоза. Всем остальным ребятам, которые так или иначе хотят делать очень крутые вращения в паровоз, мой вам совет — походить еще с тренером в подходе центра, который находится прямо в кухне, чтобы научиться с уверенностью свой силы воздуха. Итак, Сергей, нацеленность, как говорится, на результат. Я могу отойти. Есть еще побудить там с успехом. Нужно еще покататься по работе.